Далеко не плавай, Иван. У дочери вот два сына, Артем и Ваня. С мамой и с папой ездят они отдыхать. Но они ездят за границу. Я боюсь самолетов, поэтому я сюда. Построй, Вань, домик из камня. Это у нас будет фундамент. Большой будем дом строить, да? Большой. Опа-па. Не надо на меня показывать. Я споткнусь и упаду, Вань. Я работаю в детском саду, младшим воспитателем. Всю жизнь я прожила в Котласе. Мне нравится. Котлас у нас небольшой. Северная Двина у нас есть. Река Лименка есть. 15 градусов у нас сейчас. Холодно. Шли погреться. Что тебе больше понравилось, Вань? Бассейны. Бассейны? А еще? Море. Море. Что еще ты нам понравилось? Аттракционы. Аттракционы. Смотри, вон самолет приземляется. Сейчас развернемся и потихонечку поедем. Вань, ты что, сигналишь? Мы с вами первый раз сели на мотоцикл. На самокат. Пойдем вот туда. Вань, пойдем зайдем в киоск. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А у вас выигрывают? У меня в 2013 году 36 миллионов выигрывали. Недавно, месяца два назад, 500 тысяч пустила. А что вам дать? Один такой и один удачный. Хорошо. День. Спасибо. Пойдем. Удачи вам. На скамеечке. До свидания. До свидания. 6 декабря 2018 года я зашла в магазин. На кассе девушка предложила мне приобрести билет. Прошел эфир, я проверила билет. Вот когда выпала цифра 50, стоп-игра, это был мой билет. Там был выигрыш 1 000 000. Вот это удача. Позвонила дочери, она сказала, приезжай к нам, давай проверим. Когда мы проверили, это реально. Для меня удача, теперь цифра 50. Выстроили дом, двухэтажный большой дом, 20 рублей. Счастье, что вот они бегают, здоровые, красивые, чтобы никто не болел, детки. Вот это счастье. А удача – это отдельно. В удачу надо верить. Вдруг и выпадет.